Добрый день, дорогие друзья и гости, случайно заглянувшие на мой канал. С вами Татьяна, и вы на моем канале «Мир моих увлечений». Сегодня я приглашаю вас прогуляться по чудесному парку. Честно, об этом парке я ничего не знала. Муж решил сделать мне приятное, и в один из дней отпуска мы отправились в этот парк. Сам парк находится в городе Железноводске, поселок Иноземцево. Это Ставропольский край, и называется он «Зеленый квартал». Я была очарована этим парком и, конечно же, решила поделиться с вами. С первой минуты, как только я вошла в этот парк, я, конечно, оказалась в сказке, я бы сказала так. Возможно, кто-то отдыхает на Камминводах и решит посетить этот парк. Насколько я узнала, этот парк был открыт в 2018 году, строился около 4 лет. Владельцами этого парка являются предприниматели Татьяна и Владимир Гончаренко. Это люди, которые, наверное, влюблены в цветы, в красивые растения. Но без любви здесь никак нельзя. Столько труда, сил, фантазии вложено. Конечно, наверное, не обошлось без специалистов, без ландшафтных дизайнеров. Только войдя в парк, нас встретила вот такая раскрытая книга, где можно ознакомиться с правилами поведения в парке. Стоимость билета, я бы сказала, чисто символическая – 50 рублей. Следующее – нас встречает вот такая цветочная композиция, прямо при входе. Конечно, она искусственная, но глаз все-таки рад. Сам парк организован так, что состоит из отдельных улиц, аллей, зон. Идя по аллее, с правой стороны расположен ресторан-терраса. Необычный такой. Дальше нас встречает детская площадка. На детской площадке дети могут спокойно играть. При входе на площадку дается бумажный браслетик. Это дает право зайти и выйти в течение дня ребенку из детского городка несколько раз. Потому что вход в детский городок платный – 250 рублей. Поэтому ребенок может зайти, выйти и снова зайти. Это же дети. В детском городке стоят красивые домики. Всевозможные переходы, спуски, препятствия. Все то, что нравится детям. Предусмотрено, конечно, и прорезиненное покрытие для безопасности. Если пойти прямо, то впереди кружевная аллея, елки на площади и далее пруд с мостом желаний. В пруду водятся настоящие рыбки, кувшинки. Название аллей говорит само за себя. Долина камней, белый сквер, долина дивная, уголок релакса. Здесь море всевозможных фигур, фонтанчиков, беседок, великолепный розариум, неплохая ботаническая коллекция, отличная парковая архитектура.
Здесь несколько зон отдыха. Прекрасное место для отдыха. А вдоль аллеи установлены лавочки, множество цветов. Целая аллея из белоснежных цветов. Полюбуемся. А вот здесь, на возвышенности, лесенкой посажены петуньи. И когда петуньи достигнут пика красоты, это будет настоящее чудо. Железные скульптуры прекрасно вплетаются в живые насаждения. Не хуже, чем в Европе. Миллион мест для отличного фото. В вечернее время на территории парка начинает работать специальная подсветка дорожек и фонтанов, и арт-объектов. Вот эти каменные, то есть цветы из бетона, смотрятся здоровски, а вечером светятся. И как в дневное время, так и вечернее. На всех прогулочных аллеях звучит такая, я бы сказала, ненавязчивая музыка. Рекомендую побывать в парке днем, чтобы посмотреть все эти инсталляции в натуральном освещении. И вечером, когда они работают при освещении, то есть когда работают фонари и гирлянды, и сам парк приобретает волшебный вид. Кстати, на территории есть несколько кафе, ресторан, куда можно зайти и перекусить. Мы, правда, туда не заходили.
мне совсем не интересно было. Мне было интересно совсем другое. Я там бежала по парку, то останавливалась, любуясь красотой цветущих пионов, тюльпанов. В целом же в парке огромное количество различных видов цветов, сменяющих друг друга по времени цветения. Разнообразие цветов насаждений просто умиляет. Здесь и пион древовидный, и юка, и сакура, и очень много магонии подуболистной, калина, барбарис, гортензии, косты. Много сортов роз, большое разнообразие хвойных, ели, туи, можжевельники. В дальнем углу парка строится зимний сад, в котором будут содержаться тропические растения, доступные для посещения круглый год. Здесь есть на что посмотреть, полюбоваться, отдохнуть, посидеть в тени беседки. Такие минуты задумываешься, что можно и у себя что-то дома сотворить, нечто такое. Нам понравилась вот такая беседка. Понравилось и то, что в парке запрещено передвигаться на велосипедах, самокатах. Передвигаются только на микроавтобусах, только работники парка. Режим работы парка очень удобный. Мы были утром в парке, посетителей было немного. А после обеда к вечеру собирается уже, конечно, побольше народа. В парке, я поняла, устраиваются различные мероприятия. Свадьбы, фотосессии. Мне очень хотелось показать красоту этого парка. Сколько труда здесь вложено, любви. Очень советую побывать в этом парке. Всего вам доброго. Красоты вам. Здоровья, счастья. Удачи. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь. Будет еще много интересного.